Условия просты. При покупке книги вам выдают специальную закладку-квитанцию, где указывается дата покупки и цена. Если успеете прочесть книгу за 2 недели, ее можно вернуть в магазин и получить обратно половину стоимости. Более того, книга, которую уже кто-то прочел до вас, будет стоить еще дешевле. У меня в магазине довольно мало книг, потому что все-таки это будет ротация, все-таки нет необходимости покупать сразу большой объем. И, соответственно, я могу снизить немножечко цену за счет того, что у меня эксклюзивненько по одному, по двум экземплярам. Но, тем не менее, все желающие, что захотят, могут купить. Более того, вот пришли, не нашли, вдруг так случилось, можете заказать у меня и в течение 10 дней получить по цене Озона. В ассортименте много книг по психологии, документальной прозы, современной литературы и классики. Есть также большой выбор книг для малышей и для детей постарше. Для них здесь представлена почти вся литература из школьной программы. Каждую среду новое поступление книг. Магазин «Стеллаж» работает ежедневно с 10 утра до 7 часов вечера на втором этаже торгового центра «Атриум», офис 222, расположен прямо над центральным входом. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.